Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру ХКР 2. Шестой день, и забираем свою награду. Так, новые задания, сейчас мы посмотрим, что у нас там нового. Так, магнит, ускорители. Все понятно. Так, здесь у нас все тихо, все спокойно. Откроем здесь сундук. Угу. Так, здесь всем привет. Так, гонка. Заходил я, ребята, в гонки, как вы просили поиграть, но... Опять же повторю, машин у меня нету, которые там требуются, их нету. Поэтому погонять я там особо сильно не могу. Ну, вот, например, кубок колпака ступицы я вполне, наверное, проехать смогу. Да? Только поедем мы, наверное, все-таки... Поедем мы... Да, на баге. Посмотрим, что у нас из этого получится. Ржавая долина. Да ничего не получится у нас из этого, потому что... Ну вот это вот, ребята, это, по-моему, самое... Самое что... Ну зачем ты так подлетаешь? Ну господи, ну... Фига нас там обогнал, ты видел кто? Чё-то как-то не то, не сё, ни два, ни полтора, я не знаю, ребят. Прыгает, конечно, очень высоко, а толку от этого ноль. Просто толку от этого ноль. Или чё он там вытворяет? Вот там, видите ли... Кренделя накручивает. Так, ну здесь мы первое место взяли. Ну и слабенько. А он там, ты видел, он прыгает, этот багги, и делает в воздухе, так сказать, свои кульбиты. И тем самым разгоняется. Ну... Горючее не успели притянуть, прикинь, оно... Вроде бы как бы за нами там двигалось, но не успели мы его прихватить. Так, и здесь тоже у нас замечательно все получилось. Ну что, ребят, по итогу первое место за нами. Ну, я не знаю, сегодня сможем мы взять 23 тысячи кубков. Конечно, очень бы сильно хотелось, но... Это огромный-огромный вопрос. Вроде бы так все хорошо, и бустимся, и все, но... Ёк-макарёк. Было опасно. Это было опасно, но в то же время это было и прикольно. Я не пойму, это у нас одна гонка здесь получается? Что-то уж больно какая-то трасса длинная. Так, давай вниз, наверное, сиганем. Да, скорее всего, здесь будет одна у нас трасса. Но, в принципе, это, наверное, и прикольно. Потому что первое место нам здесь будет обеспечено. Монетный ускоритель, конечно, хотелось бы прокачать посерьезнее, чтобы он нам давал, ну, существенный прирост именно в скорости. Он как бы дает, ну, такое маленькое, как бы, преимущество. Так, эпические холмы. Ну что, поехали. Эпические так эпические. Кстати, начал я прокачивать хилл-климп. Не знаю, ребят, что из этого получится. О, роличка. Роличка меня обогнала. Да она не только меня обогнала, а... Вот видишь, в чем проблема в этой баге. Вот она в любую фигню встревает, и все, ребят. И все, и вот начинается у нее 25.
Фига там чувачок уже ушуршал. Фиг знает куда. Фиг знает где он. Он уже на финише сидит. Так, ну что, поехали дальше. По ходу дела здесь... Ну вот, 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 элементарный пример. Ребята, врезался и все, и... И фиг ты что тут сделаешь. Ну, второе место за нами будет, я так понимаю. Ну, мы практически не упускаем из вида ролику. Небольшой, небольшой отрыв на самом деле. То есть она была в зоне видимости. Вот это беда, вот это вот на самом деле, ребят, беда была. Она просто не перелетела. Ей не хватило мощей. Нет. Эта трасса... Тьфу ты, вообще, вообще фигня полная, ребят. Последним я тут вообще приеду. Нет. Надо баги убирать. Надо ставить нашу ролейку старую добрую и на ней уже ездить. Ну что, это что сейчас мы сделали? Это был бред полный. Так, сколько у нас денег? 23 тысячи. Я начал хил-климп прокачивать потихоньку. Хочу, ребята, прокачать и как-нибудь на ней поездить. Потому что на ней очень много всяких заданий. Кстати, мы задания не посмотрели. Так, выиграйте 5 гонок вот здесь вот. Поменяем. Я ненавижу воду. Опять у нас водные трассы. И, кстати, я купил, ребята, тачки. Я купил мотоцикл и я купил спорткар. Это так, на будущее. Ну что, поехали. Чувачок специально, да, решил вот так вот типа перехитрите нас всех. Но, как ты понимаешь, ничего из этого хорошего не вышло. А вот уже и финиш. Ну, неплохо. Вообще проехали, кстати, вот эту вот трассу в данный момент просто идеально. Ага, шикарно. Это чтобы не выпендриваться здесь слишком сильно. Вот, и тут тоже у нас великолепно. Выиграйте 5 гонок. Я завершил это задание. Ну, еще у нас одна гонка с тобой тут предстоит. Угу. Куда я там сиганул, непонятно. Замечательно, труба прям рядышком была. Чуть было не перевернулся, но, слава богу, все обошлось. Да, прикольно. Так, что, у нас еще одно задание, что ли? А, это мы же не успели забрать награду. Так, защитная арматура. Получите 200 эфирного времени. Кстати, мы с тобой гонку-то начали, а... Видос-то не сменили. Давай-ка что-нибудь подберем. Что-нибудь эдакое. Даже не знаю. Ну, давай вот так вот. Ну что, поехали. Опять у нас подводная гонка. Мотоцикл, ребят, смотрите. Просто наяривает.
Чуть было я не перевернулся. Каким-то чудом. Тихо, тихо, тихо. Да-да-да-да-да, я прекрасно понимаю, ребята. Ну так надо было делать. Это просто необходимая была мера в данный момент. Ёпрсете. Вот это было жестко, ребята. Это было жестко, потому что я разбился. И мы отъезжаем, потому что здесь была всего лишь одна гонка. Но зато на трассе било. Я чувствую, мы оторвемся. Ну, если, конечно, получится. Так, там чувак на форсаже, я смотрю, шпарит. Обалденно. Попрыгульки, что ли, опять? Ну, конечно же. Что тут еще может быть? Попрыгульки ему не помогли. Но это пока не помогли. Это не говорит о том, что ему на второй трассе не повезет. Где он там свои попрыгульки заряжает? Вот это вот ускорение, вот сейчас бы нафиг бы оно не нужно было. Вот именно здесь, это когда мы поднимались с тобой в горку. И тут у нас тоже хорошо получилось. Но на форсаже, конечно, там чувак наяривает. Ты слышал, да? Такой характерный звук шипения. Это вот означает, что он форсит. Ты посмотри, как он меня обгоняет, я не пойму. А, форсаж, ну конечно. И тут попрыгунчик, ребят, просто всех просто выносит. Но все равно я первый. Так, ну что, мы зарабатываем с тобой? Да, мы берем 20 зимних шин. И двигаемся дальше. Тут, кстати, ушки. Ушки, по-моему, у меня отсутствуют. Ну, я имею в виду в игре. Именно костюм кролика, что ли, там получается. Давай, давай, родной. Вшпаривай. Вот и все. Ну что, первое место. Первое место, все у нас хорошо. Двигаемся дальше. Идеальный старт получился. Дальше главное не хандрить. Получите 200 эфирного времени. Ну, я получил. Я получил 200 эфирного времени. И опять же у нас первое место. И задание еще завершено. Плюс сундук еще красный. Так, магнит. Ароматизатор. Ой, амортизатор прыжков. Ароматизатор. Совсем уже заговорился. Ну что, темные дороги впереди. Темные дороги. Вон спорткар начинает выпендриваться. Ну а как ему не выпендриваться? У него как будто выбор есть, да? Выбора у него нету. Так что мы, как всегда, впереди планеты всей. Там, я смотрю, и ККМ-ка. Что там у нас еще? Там много какие машины у нас присутствуют. Нет, что не говори, все-таки идеальное приземление тоже, ребята, очень дает свой. Пускай и небольшой буст, но он есть. Поэтому эти ханыги пускай сидят и нервно курят бамбук. Фига себе, мы взлетели просто. Опа, спорткар. Да, тут, конечно, обидно. Не знаю, где мы с тобой тут немножко подкачали, но где-то нас, где-то нас в последний момент обогнали. Наверное, из-за того, что я там пока падал вниз, вверх
Опять этот лихач. Да, с лихачом мне как-то вот тяжеловато, ребята, соперничать. Я не буду врать. Почему он, как он умудряется обгонять, ума не приложу. Это развалюха. Но я на ней точно гонять не буду. Не хочу, ребята, я на ней ездить. Мне она не нравится. Вот это ускорение, которое сейчас было с моей стороны, оно было вообще, ребята, не в тему, если честно. И не нужно оно было здесь. Будем честны. Все, да вы ее, да выделывался. Да выделывался. Так, а он, оказывается, едет с этим. У него там ускоритель я видел. Первый. Окей. Ну, по итогу, наверное... А, первый? Я думал, буду последний. Так, песок в купальнике. Ну, здесь, конечно, лучше бы, на самом деле, брать багги. Все трассы, которые касаются именно песка, багги решает. Я помню, вот здесь бы багги, ребята, обязательно бы встряла, потому что она бы не смогла бы просто осилить. Сломать этот, свернуть этот, так сказать, домик. А мотоцикл обделался. Захотел нас, как говорится, обогнать, но в горочку не потянул. А так бы у него все получилось бы. Видишь, как он сигает? Что он там? А он с ускорителем едет, ребят. Он ехал там с ускорителем. Поэтому удивляться там нечему. Е! А где-то они там застряли все. Хотя нет, ролейка вон сзади подкатилась. Как ни крути, все равно мы из-за того, что у нас очень прокачано хорошо покрышки, мы с тобой делаем именно то самое сцепление. Вот здесь уже все, ребят. Здесь еще и перевернулись. Но, тем не менее, первое место мы за собой сохранили. Гора смерти. Такое название. Ужасающее. Чувак сразу на ускорителе, ребят, поехал. Вот, наверное, на таких трассах, я не знаю, ребят, что. Да, третьим. Что-то как-то плохо мы тут, конечно, проехали. Ну и трасса отвратная, конечно, была, тут не поспоришь. Они все с этим, с ускорителями, с идеальным приземлением, я тебе скажу, едут. Да, пока мы самые последние из ребят здесь. Да, все-таки зимние шины мне здесь очень, ребят, пригодились. Но, тем не менее, я каким? Я вторым. Ну, главное, не последним. Так, Кубок Федерации. А что он стоит-то здесь?
Угу. Муж выхлопуху прокачать, что скажешь? Ага, прокачаешь ты ее, как же. Не хватает. Ну что, давай смотреть, что у нас получится на Кубке Федерации. Чего у него там стоит? А, турбоускоритель. Форсаж, точнее, ребят. Ну, тут ему повезло. Он, конечно, там успел горючку прихватить, поэтому, ребят. Я бы посмотрел бы, как бы он бы на этом форсаже ехал бы. Ну, на немножко других трассах. Тут ему надо необходимо просто горючку подобрать, да? Видишь, он спускает скорость, чтобы взять горючее. Он его берет. Все-таки я чуть-чуть был быстрее. И это то, что я ехал без всяких там форсажей, фигажей и тому подобного. Что немало. Воу-воу-воу. Все, чувак, да выделывался. Да форсировался, как ты видел. А мы без всяких форсажиков с тобой. Просто как детей. А тот довыделался. Так ему, как говорится, и надо. Получил, что заслужил. Ну что, а мы с тобой забираем ушки. Новый костюм водителя. Гражданка Банни. Так, а это у нас ушки. Я не знаю даже кого. Козла, барана или кого там. О, спорткар. Вот тут, ребят, хорошая конкуренция у нас. Блин, вот тягач дает, а? Вот тягач дает. Мне кто-то сказал, что он очень хороший именно на прыжках, на проскальзывании, вот на этом всем. То есть он делает очень неплохой отрыв. Я поехал поверху. По-моему, там чувак довыделывался, да? Сейчас довыделываемся и мы. Так сказать, носочком дотянулся до финиша. Носочком дотянулся до финиша. И, соответственно, первыми стали. Вот это вот мое ускорение здесь. Вот это вот. Даже не то, что ускорение, а... То, что мы тут башкой врезаемся, это, конечно, вообще не айс. У вертушки, да, я смотрю, тоже вот это вот подпрыгивание его очень сильно здесь мешает. То есть он прыгает высоко и очень медленно падает. Поэтому здесь мы с тобой взяли первое место. Так, сундук. Магнит, ускоритель, фляг. Кубок аллигатора. Тут остается совсем маленькое, и мы с тобой возьмем уже те самые ушки. Вот они, баги. Вот, друзья мои, на что они способны. Они набирают скорость на самом, так сказать, финише. Точнее, старте, финиш уже взял. На самом старте они очень сильно бустятся, но на финише они почему-то приезжают последним. Я не знаю, чем это связано, друзья. Возможно, блин, без идеального старта. Рейчик, 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 рейчик. Ну что ж ты, без идеального старта-то. Как же ты так, а? Родной ты мой. Сам с собой. Сам с собой уже обращаюсь. Тихо, крокодилы тут, видишь? Так, мне как-то баги тут настигают, прикинь. Ну, тут, ребят, тут подвели меня крокодилы, блин. Если бы я упал бы в воду, мне бы, конечно, было бы попроще. А тут по ним ехать, это... Какая-то была просто печаль.
Ты сам видел, еле-еле продвигался я по этим крокодилам. Это Багги там что-то чересчур себя возомнило, я не знаю, ребят. И походу ничегошеньки здесь не светят. Я, естественно, я показал, что мастер крутыша здесь я. А Багги тут вообще отдыхает. Ну, возьмем? Нет, не возьмем. Не дотянулись опять, миля в пустыне. Далеко-далеко. Что далеко-далеко, я не пойму. Ну извини, чувак, впендрюкался ты, я в этом не виноват. Что ты там потерял так скорость? Лихо. Это что там такое? Друзья мои, тут попрыгулька у нас, оказывается, есть. Посмотрим, как он тут попрыгает. Ну где он там? Попрыгушка-то наша. Слабо в пещерке-то попрыгать, да? Блин, зачем я так туда полетел? Давай, давай, вытягивай, 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 родной, отлично. А этот сзади там попрыгунчик прыгает. Ну, первое место. Так, ребят, это у нас есть, поэтому... Так, сейчас босс будет или нет? Нету тут никакого босса, тут просто едем. Что там, опять на форсаже? Да не все на форсаже, ребят, ездят. Заметь. Хрен тебе. Хоть и на форсаже ехал, ребят, но мы все равно умудрились. Но опять же, форсаж форсажу рознь, согласись. Если у тебя форсаж прокачан, это ты молодец. А если же не прокачан, то извиняй. Почему-то он даже в кактус не впендрюкался, а? Все. Кури бамбук, парнишка. Ну, а третья гонка уже, ребята, можно и сделать прослабление. Я, конечно, специально не буду здесь сдаваться им на милость. Но я просто к тому говорю, что даже если я проиграю вдруг... Ничего страшного, я выжил из своей малышки все, что можно. Все соки, так сказать. Все соки, и моя малышка меня не подвела в очередной раз. Да, ребята. Круто, это очень круто. А впереди у нас с тобой 30 кристаллов ожидает на розыгрыше. Опять этот спорткар. Тут даже, ребята, если в горочку на подъемчике ты вот так вот встаешь на два колесика, то у тебя все получается. Буст у тебя выходит. Он тебе даже дает немножко такого инертной силы, которая вытягивает тебя наверх, несмотря на то, что ты находишься на крутом практически подъеме. Думаю, не надо никому тут объяснять. Вытянул, вытянул парень, ты посмотри-ка. Нет, 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 не должно быть такого. Гамагей, кури бамбук. Чепушила несчастный. Бля, гей. Мразь, одним словом. Так, ну что, идем сюда. А, блин, ребят. Ну нафига ты вот это... Я хотел, ребят, снизить скорость, но все равно первое место. Я хотел снизить скорость и, ну, короче, откатиться назад и подняться. Но почему-то, видимо, скорость была большая, и у меня не получилось нормально проехать. Смотри, как чувак там
А, вот они. Вот они, ребят, специально, кстати, делают ускорение. Я заметил. У них ускорение, крылья и амортизаторы. То есть он подпрыгивает выше, пролетает какое-то расстояние на крыльях. Ну и, соответственно, вот это ускорение ему дает буст. Необходимый буст, который... Он ему просто нужен. И на короткой дистанции, да, конечно, у него здесь получается все. Будь немножко другая трасса, с пещерами там или еще чем-нибудь, сам понимаешь, да? Ничего бы у него этого бы не вышло. По-моему, он довыделывался. По-моему, он там где-то залип в водичке. Нифига, мы даже первое место получили. Вот так, ребят. Ну что, 30 самоцветов мы зарабатываем. Соответственно, мы с тобой получаем кубки. Следующая наша гонка будет, наверное, ради 26 тысяч кубков. Я так понимаю. Привет, привет, здорово. Здорово, ребятушки. А это что такое у нас? Что тут надо делать? Не растерять яйца, что ли, или что? У меня уже корзинка пустая. Что я тебе могу еще сказать по этому поводу? Вообще ни одного яйца у меня. Ни одного яйца не осталось. А у этого вообще почему-то изначально уже нет яйца. Почему? Угу, трасса, значит, повторяется. А теперь у меня тоже нет корзинки, ни шиша. Время на финише. Почему-то они все едут уже сразу без этих. Так, вот это я помню. Ну давай ты. Трындец. Это еще минута 16. Ну, окей, лихач там, как всегда, на первом месте был. Так опять тут лихач на первом месте суетится. Да не, ребят, они все на форсажах тут сидят. Можно, конечно, было бы тоже взять форсажик, наверное. Но он у меня не прокачан, он слабый. Так, 3, 2, 1 секунда, все. Сезон закончен. Какое у меня место? 48-е. Да. 1000 монет заработал. Ну что, друзья, на этой ноте, пожалуй, я буду сегодня заканчивать эту серию. Всем удачи и до новых скорых видосиков.